Казахстанка Жанбота Алдыбергенова завоевала бронзовую медаль на этапе чемпионата мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика. Соревнование прошло сегодня на горнолыжном курорте Ой-Карагай, лесная сказка. Наш корреспондент Денис Земцов с раннего утра находится на крутом склоне и следит за результатами лыжной битвы. Сегодня настоящий праздник для казахстанских болельщиков, любителей зимних видов спорта. На этапе Кубка мира по фристайлу наша спортсменка Жанбота Алдыбергенова завоевала бронзовую медаль. И это несмотря на серьезную травму. Сама лыжница уверена, что ей помогли родные стены, ну и, конечно же, поддержка многочисленных болельщиков. После этих стартов, вот сегодня прошел этот этап, мы дальше летим 2 числа все вместе с многолистами, летим в Красноярск, у нас там пройдут заключительный этап Кубка мира. Я после этого подиума, естественно, буду становиться увереннее, буду прыгать красивее, надеюсь. Из 7 казахстанских спортсменов, которые сегодня выступали, Жанбота стала единственным призером. Кто завоевал золото, мы расскажем в вечернем выпуске новостей на телеканале «Алматы».